Рецепт приготовления французских маффинов с мускатным орехом и корицей. Эти ароматные и аппетитные маффины быстро и довольно легко готовятся и прекрасно подходят в качестве блюда на завтрак с чаем, кофе или молоком. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Предварительно разогреть духовку до 175 градусов, слегка смазать сливочным маслом форму для маффинов с 12 отделениями. 2. В большой миске перемешать вместе муку, разрыхлитель, соль и молотый мускатный орех, отложить смесь в сторону. 3. В другой миске электрическим миксером взбить вместе 1 стакан сахара и растительный жир, затем добавить яйца и перемешать еще раз, добавить мучную смесь и молоко поочередно к сахарной смеси, перемешивая после каждого добавления. 4. Заполнить подготовленные чаши для маффинов тестом на 2-3 их объема, выпекать маффины в течение 20-25 минут при температуре 175 градусов до золотистого цвета, дать маффинам немного остыть. Ставим лайк и подписываемся. 5. Растопить 2 палочки масла, в отдельной миске смешать оставшийся сахаром и корицей, смазать готовые маффины маслом, тщательно распределяя его по всей поверхности, а затем посыпать смесью корицы и сахара. Ставим лайк и подписываемся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Разрыхлителя 3 чайных ложки, соли 1 чайная ложка, мускатного ореха 1/2 чайных ложки, сахара 1 стакан, яйца 2 штуки, сахара 1 стакан, корицы 3 чайных ложки, масло 1 стакан, количество порций 1-2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Надеюсь на скорую встречу на канале.